Екатеринбургский балет запел. Наш оперный решился на смелый эксперимент. Правда, исторической новизны в нем никакой. Комедия Гертеля «Тщетная предосторожность» – ровесница французской революции. А в те времена артисты на сцене совмещали сразу несколько амплуа. Поэтому, как ни крути, для современного балета вокал все равно неожиданность. Но, как выяснила Мария Новикова, на этом эксперименты для наших артистов-мужчин не закончились. Час ночной, гадать пытаемся, что нас завтра ждет с утра. Оперные арии артистам балета даются с трудом. Это и неудивительно, ведь привыкли они не к музыкальным пассажам, а к танцевальным па. Впервые екатеринбургские танцоры взяли высокую ноту ради «Тщетной предосторожности» – одной из старейших постановок в мире. Эта история любви пошел уже третий век. Вдова Мерцелина пытается разлучить дочь Лизу с бедным возлюбленным, чтобы выдать за богатого. Но по ошибке закрывает возлюбленных наедине в амбаре. И хотя сюжет простой, станцевать эту комедию положений, признается хореограф, невероятно сложно. Трагедию убить себя и умирать на сцене – это легче, чем рассмешить публику, взять ее какой-то вот… Еще плюс должно быть очень по-французски. Поэтому мы очень много трудились именно над этими комедийными сценами. Потрудиться танцорам пришлось не только на сцене, но и в хоровой. Впервые все артисты споют со сцены старинный гимн. Ставить голос им приходилось между репетициями. Здесь главное, признаются, успеть перевести дух. Без перерыва были все сцены, там мизансцены, танцы. И, конечно, дыхание было спертое, просто вообще невозможно было восстановиться. Но тут, слава богу, у нас есть два антракта, за которые мы можем как-то восстановить свои силы вообще, ну, и прийти в норму. Зрители «Тщетной предосторожности» ждут неожиданные сюрпризы. Так, одну из главных женских ролей вдовы Мерцелы сыграет мужчина. Эта традиция в постановке хранится уже почти три века. И она, как машина времени, относит зрителей в те времена, когда все женские роли в театре исполнял исключительно сильный пол. Зрителей ждет не только энергия танца, но и буйство красок. Специально для екатеринбургской постановки художники Большого театра устроили на сцене картинную галерею. Все декорации расписаны вручную, в стиле Винсента Ван Гога. В сюжет балета удалось вплести и сами картины великого голландца. Есть комнатка Лизы, а у Ван Гога есть идеализированная спальня, так называемая спальня Винсента. Допустим, есть какое-то место, которым владеет вдова, ну, в данном случае Марцелина, а у Винсента Ван Гога вдруг находится красное кафе, которое для него было, ну, тоже определенным символом. Улыбнуться приключениям влюбленных и насладиться яркими красками зрители смогут уже завтра. Ведь, по словам артистов, этот балет станет самой стильной и неожиданной постановкой Екатеринбургского театра. Мария Новикова, Ярослав Прохоров, новости 41-го канала.